Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас воскресенье, нам нужно позавтракать, и я хочу приготовить сегодня на завтрак такое самое-самое простейшее блюдо. Это кабачки с яйцами и с луком, жареные в сковороде. Вот я для этого приготовила кабачки, 2 луковки, 6 яиц, перец, соль и масло подсолнечное. Сейчас я это все нарежу и быстренько приготовлю завтрак. Юра, как всегда, сегодня воскресенье, занимается окнами, опять там пилит железо, придумывал там кучу всего. Короче, все хочет сделать в идеале. Поэтому мне нужно быстренько приготовить завтрак. Сейчас я буду измельчать лук. Лука, наверное, примерно у меня где-то грамм 150. Да я думаю, вы сами отрегулируете, сколько и чего вам нужно. Вы же для своей семьи будете готовить. Я не говорю, что мы это съедим за раз. Мне понравится так. Как пойдет. Так. Я лук крошу как придется, сильно не измельчаю. И сейчас сразу же я поставлю сковороду, чтобы у меня накалялась она. Поставлю его обжаривать, этот лук. В сковороду я наливаю масло, вот специально что-то решила засечь, так, 3, 4 и 5 ложек налью масла. У меня масло злато подсолнечное, может вы оливковым пользуетесь, у меня закончилось, что-то не купила никак. Ну и в России, что тут выпендриваться, не у всех есть достаток. Я, конечно, покупаю оливковое сейчас для салатиков. Кладу лук. Время даром не терять, пока он у меня тут обжаривается, я иду резать кабачки. У меня примерно 700 грамм здесь, точно, 600-700 грамм кабачков. Я их обчистила, удалила семечки. Хоть они и мелкие были, я не люблю. Почему сегодня готовлю с кабачками? Их большое количество. Надо куда-то использовать, поэтому я и решила приготовить такой омлет. Да, кстати, режьте, как вам нравится. Я вообще это не зацикливаюсь на этом, так что порезано. Как хочет, то так и режет. Лучок у меня уже почти такой, как мне надо, обжарился. И я опускаю сюда кабачки.
Продолжаю снимать дальше. У меня села батарейка. Технические неполадки были. Так, принесла другую. Заменила. Так, надеюсь, видно. В общем, мне надо перемешать. Так, и добавить на самый высокий, на самую высокую конфорку, ну, огонь сделать. Сейчас с кабачка будет жидкость выпариваться. Я сейчас крышкой прикрою, а потом открою на несколько минут. Прикрою. Не, перемешала. Вот так, 2-3 минутки, потом посмотрим. Выскочила на улицу. Юра тут шлифует железки. Юрик, поприветствуй. Привет. Скажи доброе утро. Доброе утро. Вон, покажи, что делает. А, вот что он делает. Скоро видео выйдет. Да. Вот так у нас будет потом. Короче, бедненький мучается. Так, а я за луком. Последний лучок. Я срочно разбиваю яйца. У меня готовится все очень быстро. Там уже почти готово. Я присаливаю по вкусу, по вашему вы делаете, и перчиком посыпаю. Так, забью. Все, бегу выливать яйца. Подняла крышку, это так у меня тут все скворчит, видите, как уже прижаривается. О, вообще красота. Запах, конечно, он удивительный. Так, вы видели, что я ни кабачки, ни лук не присаливала, поэтому сейчас присолю. Все, выливаю яйца. И можно выключать уже почти. Доготовиться. Сейчас закрою крышечкой. Все проткнула, чтоб пропиталось хорошо. Закрываю крышкой. Сколько-то минуток жду. Сколько? Смотрите сами по своему усмотрению, как яйца будут готовы. Сейчас надо срочно нарезать лучок. И блюдо готово. Можно завтракать. Можно подавать такой вкуснейший завтрак. Чего я туда полезла, сама не знаю. Принесла лучок. Сейчас я его накрашу. Такой миленький. Ох, сейчас с помидорками. Ой, какая вкуснятина. Все, готово для посыпки. Вот что у меня получилось. На вид красиво. Я думаю, очень вкусно, запах тоже обалденный. Так что сейчас будем завтракать. Зову Юру и будем завтракать.
что, на этом попрощаемся, друзья. Я вам показала, что я приготовила. Какой незатейливый завтрак. И кабачки использовала. От вас жду поддержки, как всегда. Всем хорошего настроения на весь день. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.